Вы смотрите новости онлайн. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне эмоционально отреагировал на празднование во Львове 110-й годовщины со дня рождения главнокомандующего запрещенной в России организации УПА Романа Шухевича. Выступая в эфире российского телевидения, политик вступил в словесную перепалку с польским политологом Зигмундом Дзенчаловски. Жириновскому не понравилось заявление гостя передачи о том, что тот разделяет позицию украинцев. Вот, Зигмунд, вы сказали, что вы с ними едины, а когда мы их будем арестовывать всех под суд и расстреливать, что вы будете делать? Тогда я заставлю вас арестовать и вас расстрелять за все это. Владимир, вы сказали, что вы с ними едины. Вы готовы? Кроме этого, Жириновский считает, что нет такого государства, как Украина и украинского народа. Ранее Жириновский заявил, что президент Украины Петр Порошенко должен покинуть свой пост, уехать из страны и стать беженцем.